Вот как раз, может быть, Разин где-то держал в уме, что касается физических кондиций. Третий период. Вот. Вот эта шайба. И здесь шикарная вот эта последняя передача была. И, по сути, в пустые ворота. Магнитка отправляет шайбу. Юров. Автор четвертой шайбы «Металлурга». Да, очень быстро запрягают в начале третьего периода магнитогорцы. Минута 25 понадобилось «Металлургу», чтобы забить. Юров отличился, но я бы вот отметил, конечно, вот передачу на гол тоже. Вот здесь, посмотрите, как спиной это сделал Александр.